Дэнфорд не справился со своей скоростью, поэтому не смог завладеть шайбой. Акулов резко поменял вектор движения. Гилмор на Дальбека. Дальбек за ворота. И тут на перехвате аккуратно сыграл Ержавин. Пас выводящий у него не получился. Какой силовой прием от Карнаухова. Просто смял он сейчас. Но надо отдать должное. Культерман сразу поднялся и сейчас выдвигается на Андронова.